Надо поискать у нас, наверное, такой населенный пункт в регионе, где именно молодежь готова что-то сама делать и инициирует, идет к власти. Не власть говорит и заставляет им что-то делать. Вы, знаете, такие амбициозные, где-то чуть-чуть дерзкие. Мне кажется, это очень помогает прежде всего руководству принимать, ну, назовем их правильные решения.